тобой рядом, и ответ на я многим твой тоник обладай этим летом, пожалуй, будут особенно хороши. Сегодня мы благополучно добрались до Северной Сити. Да, мы находимся сейчас во Владикавказе. Примечательно, что здесь, в этом самом кафе, мы были 2 года назад. И вот снова мы сейчас здесь. Ждем шашлык осетинский. А завтра мы отправляемся покорять самую высокую вершину горную в Северной Сети. Мне глубина твоего океана все чаще важнее длины волны. Нам лучше быть вместе, пока нам снятся такие цветные сны. Мне глубина твоего... Начнем наш путь в сторону горы Казбек. Сейчас ее не видно. Это очень серьезный поход, где приходится все вещи вести на себе. А кроме того, нужны вещи, которые раньше не использовались. Например, вот лопата, чтобы рыть себе место под ночевку. Ну и дорог это само собой разумеется. Вот. А также много разных вещей, но еще это не все. Здесь не меняется вид из окна, еще долго, так долго не тает льду. Так иголка теряется в стоге сена, и гиды к нам не идут. Но быть в нужный момент с тобой рядом, известное многим свойство левши. Облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши. Короче, сейчас нам сказали, что вот это самый сложный участок пути. Сложный, потому что летят камни. Вот покажи, наверх, наверх. Вот оттуда сыпятся камни. Но там будет самый опасный участок, откуда могут сыпаться камни, который называется бабушкин ящик. Бабушкин ящик, это вот именно такой. Вот такой бабушкин ящик, кстати, лично бабушкин ящик, может упасть. Из окна самолета мой город похож на слоеный пирог. Заветренный старый сухой мне достался не лучший кусок. Я пешочком иду по родной метрополии. Это верхние Кармадонские ванны. Я не знаю, что бы с нами было вчера, после такого ливня, когда все просохло, до сих пор сушится уже несколько часов. Окунуться в эти ванны, они горячие, было настоящим спасением. А это вид на ледник Майли. Сегодня мы идем туда. Буднее утро субботы. Коллеги встречают улыбками. Сам себя я уволил с работы. Работы над своими ошибками. Знаешь, так справедливо и честно. Сам у себя я в долгу не останусь. Серая тучка на солнце залезла, и капля упала мне на нос. Дождь, ну и пусть. Очередной нарезаю круг. Я пью, пока не напьюсь, я живу, пока не умру. Дождь, ну и пусть, очередной нарезаю круг. Я пью, пока не очнусь, я живу, пока не умру. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, вылей все, что стоит на столе. Я не могу больше пить. Железный аркан. Я крещусь, когда я вижу стакан. Я не в силах поддерживать этот обман. Мама, я не могу больше пить. Примерно 3100 метров.
мы преодолели вот это страшное снежное поле без пока еще высотных ботинок и кошек. Ну, конечно, не без промокания, но да, к сожалению. Без палок, но с ледорубом. Красота – это ледник. Дождь, ну и пусть, очередной нарезаю круг. Я пью, пока не напьюсь, я живу, пока не умру. Дождь, ну и пусть, очередной нарезаю круг. Я пью, пока не напьюсь, я живу, пока не умру. Пожалуй, будут особенно хороши. Облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши. Быть в нужный момент с тобой рядом, известное многим свойство левши. Облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши. Мне глубина твоего океана все чаще важнее длины волны. Мне глубина твоего океана все чаще важнее длины волны. Нам лучше быть вместе, пока нам снятся такие цветные сны. Вода закипела. Как затягивает, да? Без 25 утра. Стоянка Крест 3400. Сейчас будем переходить на 4200. Это вот пик уже, да? Идем туда. Я вижу пауки, так медленно сползает капля крови, теплая и темная моя. Друзья, всем привет! Мы находимся на высоте 4200 метров. И находимся примерно в метрах 800 от вершины горы Казбек. Это еще не так просто до нее добраться. Штурм еще предстоит. А вот это наше жилище. Это называется гнездо. Мы продолжительное время откапывали это все лопатой. А потом собирали камни, чтобы утянуть палатку, потому что здесь очень адские ветра. Это наши рюкзаки, которые не разобраны. Из них нельзя вытаскивать ничего. Если вытащишь чехол, одежду, все сдует вон туда. Сейчас метет, метель, но это еще не ветер. Именно поэтому наша палатка укреплена. Но придется нам готовить еду в палатке. Хотя это не очень правильно, не очень рекомендуется, но по-другому нельзя, если нельзя на улице. Вот там наверху еще гнезда. Там наши друзья. Они тоже уже поставили палатку. Сердце рвется из груди, поднимая знамя.
не доживший до седин под солнцесной. Так ненадолго живой, так сегодня надо. Сейчас покажу вам, как мы сегодня палатку устанавливали. Часа полтора мы выкапывали гнездо под палатку. Вот все, камнями, шторма. Ну, зато спать будем спокойно. А вон он, Казбек. Вот как выглядит приготовление обеда на высоте 4200 метров. Это наш дом. Может быть, на сегодня, может быть, на ближайшие два дня. Мы только что пришли, преодолели очень серьезный участок. И, возможно, нам сегодня ночью предстоит штурм вершины горы Казбек, если позволит погода. Очки — это не для фотографий, не для видео. Просто там другая реальность, совершенно другая. Там все белое, и продолжительное пребывание без очков просто приведет к слепоте. Палатка — это наш дом, здесь все. Можете дальше посмотреть. Ну вот мы и на вершине Казбека. Мы это сделали. Просто все снежно вокруг, вроде как не докажешь. Но вот наш крутой гид Павел. Он нас сюда привел. Мы зашли. Да. Сейчас будем спускаться. Следующее видео будет, наверное, с кафе. Ну или в ванне. Я так считал, ванне, я думал, так в ванне сейчас. Ванны, да. То есть мы это сделали. К сожалению, нет никаких опознавательных знаков, только снег. Но это вершина горы Казбек. 3000. Это было круто. Самая, наверное, серьезная вершина в моей жизни. Да. Все было круто. А немножко с погодой не повезло, но все шли хорошо, отдавали все силы, и в итоге гора нас пустила. Это самое главное. Теперь главное, чтобы она нас отпустила. Спасибо большое, Павел. Вам спасибо за приятную компанию. Итак, мы на Казбеке. Паша завел нас сюда. Мы сопротивлялись, мы ныли, зашли. Плакали. Но он был... Самое главное, да, мы зашли. Непоколебим. И затащил нас сюда. Теперь нам надо только спуститься отсюда. Ну, это, вот. В общем, все здорово. Всем привет. Сегодня мы возвращаемся обратно вниз. К верхним кармадонским ваннам. Позади нас гора Казбек. Вот она, большая вершина. Это там, где мы были вчера. Пора уже идти. Беленых вещах. Играй, как можешь, сыграй. Закрой глаза и вернись. Не
пропади, но растай, да калие поклонись, мое окно отогрей, пусти по полю весной, не доживи, но созрей, ты будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной. Мы дошли до вершины Девичьей горы. 2600 с чем-то. 808 метров. 800. Два года назад нам было трудно это сделать по каким-то причинам. Но сейчас, после того, как мы взошли на Казбек всего лишь несколько дней назад, мы подумали, что нехорошо вот это оставить недоделанным. И ждать. Где-то у подножья уже от вершины мы оставили свои одежды, рюкзаки. Вот. Сейчас тут, к сожалению, холодно, но мы скоро спустимся. А чтобы никто не сомневался, что мы действительно на вершине Девичьей горы, вот можно показать вот эту штуку. То, что надо было бы поставить на Казбеке хотя бы, опознавательный знак. Вот это вершина вот горы. Вот это да, это я понимаю. А тут туча, не видно ни хрена. Довольно, ну, такой выше среднего по сложности подъем. Да, наверное. Зашли мы на Казбек. Мне опять повезло с командой. Ребята, боевые, отчаянные. Мы брали далеко не в самых благополучных и идеальных погодных условиях. Причем штурм был в первую ночь после восхождения в штурмовой лагерь. С одной стороны, это было нашим преимуществом, что мы недолго были на высоте. С другой стороны, накладывалась усталость от подъема в топ 400. Но мы все это прошли и взяли довольно быстро гору. Мы поднялись вершину в 10 часов по московскому времени. Оперативно спустились, опять-таки, не в самых приятных условиях. И после чего
за четверть дня мы добрались до ванны, где отмотаем, отпариваемся. В общем, я хочу сказать большое спасибо своей команде. Я чудесно провел время. Это было крутое восхождение. Причем, что мы сходили, за сколько дней мы сходили? За какой день? Еще не 16? Мы сходили за неделю. Что круто на самом деле. Несмотря на то, что у нас не получилось подняться на 4200 в 300 из-за погодных условий, тем не менее, мы не стали это день штурмом. В общем, ребята, спасибо. Я чудесное восхождение. Я, наверное, все. Может, хочу что-нибудь добавить. Спасибо, спасибо, Паша. Я с ним второй раз уже выхожу, ему можно доверить свою жизнь, реально. Болеет за всех участников команды, чтобы все поднялись наверх. Помогает, настраивает, мотивирует. В общем, с Пашей можно не верить. Сходим, да, всегда, пожалуйста, у нас дружба, что-нибудь еще посерьезнее. Ну, кому? Мы вообще представляли, что это будет прогулка по тропе, ну, что просто, такое, все, по-туристически. Но здесь уже узнали, что это совсем другая реальность. В том числе мы встречали здесь людей, многих, которые не заходили, и узнали, что на Казбек можно не зайти, это все зависит от торговых условий. Но наш китаец сказал, что самое главное – это дух. Дух приходилось, как сказать, выковыривать каждый день. Да, дело в том, что каждый день – это был абсолютно новый день, непредсказуемый. Даже не важно, идешь ты в том направлении или потом возвращаешься, это будет обязательно разный день. Будет другая погода, будет другой рюкзак, будет другое что-нибудь еще. Ничего не похоже, ты не знаешь, что как будешь делать. Но каждый день, вот буквально накануне, приходил этот боевой дух, и что наш гид верился, что мы обязательно должны зайти, и немного раньше времени, потому что это будет благоприятное условие. У нас все будет хорошо. Но все зависит, конечно, очень во многом зависит от гида. Мы очень благодарны. Мы рады, что сделал с тобой это, Павел. Потому что именно так вышли в историю. Сейчас очень сложно сказать, когда мы там окажемся. Потому что это нужно осмыслить. Это не просто так. Это нужно переварить немного. Потому что это не Эльбрус, не Непал. Это Казбек. Это отдельная взятая тема, причем очень серьезная. Здесь почти нет ничего фейкового. Не почти. Здесь вообще нет ничего фейкового. Здесь все настоящее. Настоящий риск. Настоящая усталость. Настоящие препятствия. Но мы довольны. Полностью довольны. У нас вообще нет. Замечательный мужской такой. А мужики мужское? Мужское восхождение, но вот Что-то бежало быстрее всех. Для меня была эта перезагрузка хорошая. То есть как было очень сложно и страшно времена, но все равно не понравилось. Потому что это у нас такое медитативное состояние получается. Кончаются очень опасные моменты, остаются просто опасные, то оно успокаивается. Паша, спасибо большое. Я рад, что вам понравилось. Действительно, это была перезагрузка, потому что я не знал каждый день, какой день недели, какое число, никаких новостей, я не знаю, что там. Я забыл про все, какие-то проблемы там, где там находятся, что-то мелочи какие-то. Тут был просто один Казбек каждый день. Не делайте, по номерам пакетиков съедают. Да. Мы все смешали. Все это организация. Организация и люди, которые это делали. Большой респект всем. На Камерунских ванах. Приятно. В заключение я хочу сказать, что вот эти трое сильных людей, которые меня окружают, победили себя. Измогли над собой, и мы это сделали. Каждый победил себе все, что мог, и мы взяли на мечтую цель. А завтра уже будем. И не жалеть. Уже отдыхать. Более в каком-нибудь подгадных условиях.